Почти 20 тысяч детей-льготников со всего Приднестровья получили продуктовые наборы. Об этом на онлайн-совещании в правительстве рассказали главы городов и районов. Большую часть продуктов выдали, остальное раздадут в ближайшие дни. Накануне эстафету подхватила Каменка. Родители и педагоги в масках на безопасной дистанции. Продуктовые наборы в Каменке, как и везде, выдают по правилам карантина. На столах расфасованные пакеты, в них тушенка, растительное масло, консервы, соки, джемы, печенье и не только. В пакете есть очень много насыщенные продукты. Макароны, масло, рыбу, тушенка. Для нашей семьи, несмотря у нас трое детей, нам хватит на 2-3 недели готовить обед, ужин и на завтрак. Формирование продовольственных наборов производилось с учетом среднего количества учебных дней в период действия чрезвычайного положения. Общая стоимость одного набора составила порядка 450 рублей. Во избежание скопления людей в период действия карантина во всех образовательных учреждениях продукты выдавались строго по графику. Почти неподъемный пакет с продуктами, и это на одного ребенка. Алла Унтура пришла с помощниками. В семье 8 детей, трое из них – школьники. Благодарю сердечно государство. Это большая поддержка сейчас для нашей семьи, потому что один муж работает, и дети все дома. И это спасибо большое. Помощь в Каменском районе получили 787 детей. Продуктовые наборы раздали в школах, детских садах и техникуме.